Заканчивается четырехлетний период обучения в Славянском сельхозтехникуме по специальности «Пожарная безопасность». Ребята, которые стали первопроходцами в обучении этой профессии, сдают демонстрационный экзамен. Наша съемочная группа побывала на этих итоговых испытаниях в техникуме. Клубы черного смолистого дыма поднимаются над местом сдачи демонстрационного экзамена. Ребята в полном облачении стремительно проходят пожарную полосу препятствий, в которой есть шатающийся мостик над пламенем, тоннель, преодоление высокого барьера и гашение огня. Настроение у будущих огнеборцев самое боевое, да и подготовка отменная, поэтому у них все хорошо получается. Иван Лушников с детства мечтал стать пожарным, и когда увидел, что в техникуме появилась такая специальность, то не раздумывал ни минуты. Отличные знания, отличные преподаватели, ну, те, которые именно вели профиль пожарный, все как бы боевые офицеры, так что знания абсолютные, и все как бы опыт передан от их к нам. Поэтому я считаю, что качество знаний в техникуме хорошее на этой специальности. Егор Голиков не только успешно учится, он еще и отличный спортсмен. И это, конечно, очень помогает ему. Мы проходили также учебную практику, производственную. Тренировались последний год. Скалодром и все. Полностью готовят нас к работе уже, как профессионалов. Ребята проявляют недюжинную волю, демонстрируя свои знания и умения. Экзамен они выдержали с честью. Наши студенты показывают навыки на хорошем уровне. Я думаю, что будущий работодатель обязательно должен посмотреть на наших специалистов как на действующих и спасателей, и мастеров своего дела. Потому что на сегодня уровень довольно-таки высокий. Выпускники находятся на пороге самостоятельной работы, и самые серьезные экзамены ребятам лишь предстоит выдержать. Впрочем, они к ним вполне готовы. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».